Практичні навики і можливість заробити. На буйному підприємстві в області стартував перший молодіжний витворчий проєкт «Гомсельмаш-2022». Він об'єднає більш за 100 навученців установ професійно-технічної едукації регіону. Подробязності у Марини Васильєвої. Гомельчанин Дмитрий Гарусов – навученець професійно-технічного коледжа електротехніки. Працює у цеху сварочних вузлов. Другий год запар становиться командиром отряда. Працюємо як всі повноцінні робочі, виходимо на роботу изо дня в день, получаем наряд задания, выполняем большое множество разнообразных деталей. Могу узнать для себя некоторые тонкости некоторых машин, как с ними работать. Может быть, если придется даже как-то их отремонтировать. Научусь, сделаю, заработаю. На предприемстве и ранее дейничали студентские отряды, але колькость удельников была значно меньше. С липеня по жнивень на Гомсельмаше плануют принять каля 100 человек. На сегодняшний час 50 уже працаўладкаваны. Студотрадовцев вызначылі ў 4 структурныя падраздзяленні прадпрыемства. Яны будуць асвойваць тэхнічныя спецыяльнасці: фрэзіроўшчык, электразваршчык, аператар станка, слесар механазборачных работ. Здесь при трудоустройстве необходима определенная специфика образования. Поэтому учреждение образования Гомельской области предоставили, скажем, ребятам возможность получить не только возможность получить практику, а и заработать первые деньги. Генеральный директор Гомсельмаша Александр Новиков узгадывает свой первый опыт вытворчей практики. Проходил я ее на головном заводе в цеху режущих барабанов. И означает, что вельми важно для будущих специалистов непосредственно окунуться в працовное осяроде. А покуль для керавництва есть махчимость приглядеться до новобранцев. Мы постоянно присматриваем кадры, делаем отбор, и те ребята, которые, даже начиная свою трудовую деятельность рабочих специальностей, это не редкость, когда они вырастают до уровня, как минимум, начальника управления различного профиля. С початку этого года у регионе працаўладкавана больш за 3000 чалавек. Гомельскія студэнты задзейнічаны ў рэгіёнах, а таксама буйных рэспубліканскіх праектах. Марына Васильєва, Ігор Марышенка, тэлерадыёкампанія «Гомель».